дикая, она просто пугливая, но к людям она подходит нормально. Если ее позвать, подозвать, она подойдет, ну, как бы аккуратно так, с лаской. Она просто испугалась чего-то резкого, какого-то звука, коляска, что ли, проехала, или что-то такое было. И она резко испугалась, резко дернула, вырвала у моей из рук рулетку. Так бы она не собиралась убегать никуда, она не беглец. Она просто испугалась какого-то резкого звука и резко дернула. И когда она побежала, эта рулетка за ней, понимаешь, болталась, билась. Это ее еще больше пугало. Она просто от страха еще, как бы, ну, бежала и бежала. Ее из виду не потеряла. Такая оказалась сладкая девочка у нас в 49-м вольере. А время бежит там? Время 7 секунд, да. Вот смотрите, какая. Она так прям плачет. Она аж прям плачет. Ласково невозможно. И не отлепить ее, не отлепить. Такая девочка. Посмотрите, какая сладенькая. Сейчас мы попробуем ее получше показать. Люди, девочку берем в дом. 49-й вольер. Черненькая, черная, она совсем черная. Нет, обманула, у нее есть беленький пупочек и беленькая грудочка. Не, она не выскочит, она просто тяжелая. Тяжелая. Ай, девочка, маленькая, маленькая девочка. Ой, какая она. Сегодня день пасмурный, не очень хорошо видео снимать, но тем не менее. И она еще и черная. Ой, ребята, надо забрать такую девочку домой. И вон сидит еще лапушка, вон сидит. Скажи, я что, не готова домой?